Наш эфир продолжает программа Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон, и с праздником наступающим! Да, спасибо большое, и вас тоже, и всех наших слушателей. Огромная просьба получать удовольствие во время этого праздника и вообще, так сказать, хоть на время забыть о всяких дурацких там мыслях, и просто радоваться и быть семьей. Замечательно. Мы скучали тут без вас. Вы нас покинули на целую неделю. А не могли бы нам рассказать, как я без вас скучал? Могли бы нам рассказать, где же это вы были, что вы там видели? Ну, дело в том, что где я был, сейчас скажу, хотя я уже, так сказать, там чуть-чуть свои колонки по этому поводу на YouTube, на Facebook прошелся, но тем не менее. Знаете, когда начались первые серьезные гонения на тех людей, которые что-то не то пишут, не то с точки зрения власти, там, власть придержащих и владельцев социальных каналов, не то пишут в YouTube, Facebook, там, и прочее, то это стало... Все, что происходило, и до сих пор, кстати, происходит, невероятно напоминает развитие событий, которое было в, ну, скажем, там, в 30-е годы в Германии. Да? Очень страна была культурная, образованная. Кто мог себе предположить, что там каким-то образом можно вообще натравить одну часть населения на другую, а тем более заставить просто отнимать имущество, избивать, убивать, сажать в какие-то лагеря там, и тому подобное. Точно так же, как, ну, там, в России, там, скажем, так сказать, начало там, века 14-15 года было, я имею в виду, 1914-15 было легче себе представить все вот это, но все равно мощный культурный слой, то есть раньше была просто житница Европы, а теперь стала еще и культурный такой центр, конец 19 века, невероятное развитие музыки, литературы, театра, искусства любого, так сказать, которое вместе с культурой идет, создание всего этого на национальном языке, то есть такой всплеск вот либерализма, всплеск прогрессивизма, всплеск даже царь, так сказать, царская фамилия тоже были, так сказать, такими вот прогрессивными, левыми, и, что называется, отпустили вожжи для того, чтобы все жили, значит, более справедливой жизнью. И вот представить себе, значит, вот что после этого началось, то, что началось в России, то, что началось в Германии, то, что потом началось в Китае, в целом ряде других азиатских стран, в целом ряде других восточноевропейских стран и тому подобное, представить было невозможно. Но вот когда люди, как вот мы с женой, мы там немножко там интересуемся историей, не могу назвать нас историками, но, ну, как бы какие-то параллели для политической нашей аналитической деятельности, просто кому неизвестно, то Гуля, моя жена, она дает мне огромное количество материалов, на которых, собственно, я и потом составляю свои передачи, и, так что мы как бы в тандеме работаем, в паре. Так вот, понимая все это, зная все это, изучая все это, ей стало страшно. А почему ей, так сказать, ну, я не знаю, там, наверное, может, у меня времени меньше беспокоиться, так сказать, я не знаю, может быть, просто человек, который немножко меньше беспокоится, но ей стало страшно. Она говорит, слушай, до тебя в какой-то момент могут добраться, причем добраться физически, не просто отрезать там интернет и что-то еще, а вот как было вот во всех этих странах. И так как достаточно много наших друзей и знакомых в это время начали советовать мне, значит, заткнуться, поменьше разговаривать и вообще, так сказать, там все время быть цензором самого себя, чего я, ну, никак не собираюсь, не собирался, не буду делать, а просто там по той причине, что я знаю, к чему это все привело в той стране, в которой я жил, и многих других. То есть кто-то должен открывать рот и говорить, а дальше, так сказать, и не очень думая о последствиях. Так вот, она мне сказала, если хочешь продолжать в таком, так сказать, виде, делать то, что делаешь, я еще учетверяю, потому что я сейчас портал организовываю для того, чтобы люди такие, как я, могли свободно высказываться. Она говорит, надо найти отходные пути. Вот представь себе, так сказать, что там начинают вокруг там арестовывать погромы и прочее. Мы понимаем, что серьезная вероятность, что придут к нам тоже. Нужно знать, куда бежать. Я говорю, куда бежать? А она мне говорит, ну вот куча всяких друзей и знакомых, они там говорят, что в Коста-Рике замечательные места, там кто-то купил квартиру, кто-то дом, у нас там очень близкий наш друг, давно очень купил ферму, потом еще прикупил, потом еще, а потом, значит, ну там в это время там в части, значит, которой практически там ни городов, ни сел нет, но земля была очень дешевая, в общем, он в финале посадил там 70 тысяч деревьев,
для, ну, такие вот мачтовые, то, что называется, хорошее дерево. Вот. И как бы всех очень зазывает всегда туда жить и помогать им, там, и действительно помогает куча народу. Так, ну, вот Коста-Рика. Я полез, посмотрел Коста-Рику, значит, на интернете, что-то как-то мне показалось, она деревней. Я могу ошибаться, я не был там никогда, но показалось. Но вот пока я шарил по Коста-Рике, по карте, все время натыкался на то, что вот буквально там в час-полтора там езды от границы Коста-Рики есть граничное государство, которое называется Панама, в котором есть Панама-Сити, значит, построенная рядом с каналом панамским. И из-за того, что был построен канал, там стали строить. И сейчас этот город там то ли 1,2, то ли 1,5 миллиона человек. С огромным количеством небоскребов там, но не меньше, чем в Манхэттене. Выглядело все на фотографиях замечательно. Огромное количество кафе, там, развлекательных мест, там, театров, мюзик-холлов, там, казино, кстати, посредине города, штук 30 или 40. Не то, что они меня интересуют, но это показывает, что народ там, что называется, гуляет. Да? Театральных залов там все время туда приезжают какие-то группы, какие-то выступающие. То есть, ну вот, так сказать, бурная деятельность там идет. А рядом там с ней там 20 минут езды, полчаса езды, есть всякие suburbs или просто отдельные, так сказать, такие городки, в которых вполне, так сказать, можно там за, скажем, условно говоря, ну, такую не очень большую сумму для нас, калифорнийцев, для них это большая сумма, купить там приблизительно то, значит, в чем мы живем здесь сейчас у нас в Калифорнии. Так как, так сказать, дела только ухудшались и ухудшались, то мы в какой-то момент решили, что мы туда полетим посмотреть. И вот это то, что мы делали прошлую неделю, мы провели в Панаме, где мы исследовали, захотим ли мы, если, так сказать, что-то страшное будет происходить здесь такое, ну, скажем, для тех людей, которые откроют рот, как я, то, чтобы мы знали, значит, куда драть, куда делать ноги, как говорят. Вот так что я провел прошлую неделю, изучая возможности резкого отступления. Понятно. И к какому же выводу пришли? Для себя сделали какой-то вывод? Что-то для себя решили? Да, сделал. Дело в том, что стоило просто прилететь туда, вылезти, сесть в, так сказать, там друзья организовали, что нас встретил человек, там, так сказать, отвез в гостиницу. И вот приблизительно за 2 часа пребывания там с момента выхода из самолета до приезда в гостиницу мы поняли, что мы остальные 5 дней уже не будем ничего рассматривать, а просто расслабимся, будем попробуем отдыхать. А причин несколько, могу их, так сказать, быстро рассказать. Ну, первое, это мы вылезли вышли из аэропорта, и там была такая духота, и вот такая влажность в воздухе, как бывает вот в этом самом, во Флориде, во-первых, так сказать, такое бывает. Это там рядом со Флоридой, забыл сейчас, в штате Джорджия называется этот город, в котором я однажды попал и думал, что просто я прилип сам к себе, никогда не отлип. Это первое. Ну, может быть, к этому можно привыкнуть или как-то можно там спасаться. Второе, это во всех тех местах, в которых мы бывали, а именно гостиницы, в которых мы жили, 4 звездочки нормальные, в центре города, там был молд, если плесень по-русски, да? А плесень была же также и во всех остальных местах, где мы бывали, там рестораны, кафе, там офисы там, и тому подобное. А что сразу же нам тоже не очень понравилось. Третье, там невероятное уже для нас, мы не привыкли к этому, смешение роскоши и нищеты, и не бедности, а нищеты. Вот стоит там потрясающей красоты скайпскрайпер, то есть небоскреб, да? Какой-то завинченный, с какими-то там наворотами, рядом с ними там что-то такое, рядом 50 метров от него свалка мусора, которую никто не убирает, где валяются, так сказать, животные, какие-то матрасы какие-то, извиняюсь, испачканные там и тому подобное, и железные какие-то вещи, старые машины стоят, проходишь еще 100 метров, еще такой там 200 метров, еще небоскреб стоит. То есть я понимаю, что можно, приехав туда и с деньгами, так сказать, можно не замечать всего этого, но как бы, так сказать, мы приехали посмотреть, и поэтому, ну, нам это не очень понравилось. А можно уехать в другую часть страны, где всего этого нету, все для туристов, там все для богатых. Но, ну, какой смысл-то, так сказать, на то, что там в деревню ехать, если уж ты далеко уезжаешь. То есть со многих точек зрения, и, конечно, сервис, даже при том, что в Америке за последние, там, я 30 лет живу в Америке, да, он очень ухудшился,
Но даже при том, стандарт сервиса, который мы получаем здесь, не, абсолютно ну, никакого отношения не имеет к тому саб-стандарту, который там. Опять, когда ты в месте, в котором обслуживают богатые, так называемые, то там, как в России, кланяются в пол, вылизывают там стул шершавым языком, на котором ты сидишь, там мчатся, бегут. Но как только ты переходишь с этого уровня на любой другой, где они, так сказать, не горят желанием там, получить, может, у тебя $100 бумажку, поэтому они будут обожанием на тебя смотреть и все дело, да? Они перестают тебя обслуживать. То есть, ну, такое ощущение, что ты в России, причем в России не в тех местах, где бегают, так сказать, мальчики даже с горящими глазами, а где тебе спокойно могут подойти, там, положить руку от официант на плечо и спросить, ну что мы будем кушать? Вот такое было ощущение от панам. Понятно. Так что все, туда мы не едем. Куда поедем? Это хороший вопрос. А вообще за это время этого путешествия я понял, что вообще мы собирались летом еще поехать на Адриатику, посмотреть там, скажем, Кроатия по-русски, Croatia, Кроатия, наверное, по-русски, да? Хорватия. Посмотреть потом Чехию, потом Болгарию, там поездить там пару недель с друзьями, тоже у нас целая компания собиралась. Но я подозреваю, что будет другое, но какое-то тоже ощущение. И вот я приехав, я как бы очень довольно точно для себя решил, что если и бежать куда-то, то внутри Америки и в какую-нибудь там Оклахому, северную там Дакоту, южную Каролину, что-то вот такое, так сказать. Как бы Техас почему-то у меня не вызывает, хотя, так сказать, да, ну вот и недалеко и прочее, но вот как-то не знаю почему, надо бы туда. Я тоже ни разу там не был, я по Америке поездил, но вот рядом в Техас как-то не добирался. Вайоминг, может быть. То есть какие-то места, в которых живут нормальные люди, где в школах учат нормально, не как в Иллинойсе, не как в Калифорнии, а где дети мне рассказывают, что во втором классе, что есть огурец, и вот на него очень хорошо одевается эта штучка, называется презерватив, и она залезает прекрасно, видите, манекен, вот к нему в попку. Ничего страшного в этом нет. Это на полном серьезе учат у нас в Калифорнии, поэтому... Ну и кроме того, значит, кто самый страшный враг детей, они хором скандируют Трамп. Это Калифорния. Значит, вот там как бы этого нету, и очень есть большая надежда, что туда не доберется вот это, потому что даже Оклахома взяла и выпустила целый ряд законов, практически перекрывающим воздух законом, который выпускает федеральное правительство во главе с Байденом. Там 5 или 6 законов они, так сказать, просто сделали незаконными на территории Оклахомы. А я не знаю, что будет дальше, будет ли, так сказать, там гражданская война, или будут восстания, или будет неповиновение, или договорятся как-то, что вы к нам не лезете, мы не лезете к вам. Но вот есть целый ряд штатов, которые совершенно не собираются пускать к себе ни войска, так сказать, оккупационные, они их считают, то есть федеральные, ни там дикое количество оружия, они все это оружие все время стреляют, все время, так сказать, мажут, все время чистят, и говорят, что вот как японцев в свое время не пустили после Перл-Харбора, так и не пустят и вот этих тоже к себе, тоже сюда. Поэтому думаю, что... Была бы потрясающая идея, если бы кто-то вот из наших слушателей взял, нашел там, так сказать, 100 акров земли где-нибудь, да, и начал бы там, так сказать, какое-нибудь строительство для вот таких людей, которые из Нью-Йорка, там, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско хотят куда-то убегать и хотели бы убежать в какое-то нормальное место, там, рядом с большим каким-то городом, типа, может, там, не знаю, там... Оклахома-Сити или что-то еще, но в каком-то вот месте, в котором это было бы не очень дорого, и чтобы мы не волновались за то, что мы уезжаем, а, так сказать, наши друзья там остаются здесь, как же мы все очень такие стадные животные, социальные, так сказать, социальные животные, да, social animals, и вот такая была бы прекрасная идея, я бы ее с удовольствием поддержал. Вот. Но пока будем исследовать, будем расследовать и смотреть, что происходит здесь, и смотреть, надо ли драть из Калифорнии и из Иллинойса, из Коннектикута, из Нью-Йорка и т.д. и куда. Ну, а пока народ бежит на самом деле, бегут. О, да. У нас как минимум, мы знаем группу целую из, по-моему, 7 или 6, не помню, ну, неважно, пар возраста наших детей.
И один парень, откуда я знаю, потому что один парень обслуживал компьютеры мои, и он пришел, и он, как бы, так сказать, ну, обслуживал компьютеры, кроме того, так сказать, с детьми с моими общался там, и, да, у них свои дети приблизительно одинакового возраста. Пришел, говорит, ну, наверное, последний раз прихожу, если кто-то другой, наверное, будет приходить, если что. Я говорю, почему? Он говорит, ну, мы целой группой, вот он сказал, сколько семей, переезжаем в Южную Каролину, уже нашли там дома, уже кто-то купил, я там в процессе. Я говорю, что основная причина того, что ты уезжаешь? Ну, говорит, ну, там, такси, шмакс, так сказать, это все, так сказать, надоело, но основное, он говорит, это когда у меня дети возраста, там, второй класс и, по-моему, шестой класс, если не ошибаюсь, он мне сказал, начали приходить из школы и переть, говорит, такое. Я пошел в школу разбираться сначала с учителем, потом с другим учителем, потом, говорит, пошел к директору школы, принципал, да. Говорит, я вдруг, общаясь вот с принципом, понял, что бы я ни говорил, им совершенно наплевать. Они все равно свою догматику, свою вот эту самую пропаганду они будут забивать в головы моих детей и поэтому постараются сделать так, чтобы еще оторвать меня от этого ребенка. Чтобы я стал врагом этого ребенка, раз я вот такой плохой, который хочет там, не хочет давать черным детям там чего-то такое, что им положено, и всегда отнимал у них это. И говорит, я, говорит, и еще несколько моих друзей просто сказали друг другу, мы не можем этого выдержать, и вот они поехали в Южную Каролину. Да. И это происходит в школах, и другое происходит в школах. Дети начинают задавать своим родителям странные вопросы. А почему вы выбрали для меня пол, скажем, девочки или мальчика? Почему вы выбрали для меня пол? Ну, вот, скажем, если это мальчик, он спрашивает, почему вы выбрали для меня пол мальчика? А если это девочка, она спрашивает, а почему вы выбрали для меня пол девочки? То есть это... Настолько это безумие втемяшивают в эти головы неокрепшие умы детей, что просто уму непостижимо. Это то, чем они занимаются в публичных школах. Это то, на что мы платим свои налоги, чтобы детей учили математике, английскому, там, наукам каким-то. А им вдалбливают в голову совершенное безумие. Они точно, дети уже точно знают, что пол определяется не по рождению, не по ДНК, не по первичным половым признакам. А родители выбирают пол. Это, и все чаще я встречаю, скажем, бывших одноклассниц, одноклассников моего старшего, который закончил школу, которые были девочками, вдруг они в мужской одежде со странной прической и наоборот. Это то, что происходит. Атас, да. Просто атас. Вот такое впечатление, что действительно этих полов, как они нам говорят, там то ли 30, то ли 80, не знаю, там, как только становится больше двух, уже не важно сколько, верно? Хоть 426. Угу. Хоть называй себя плакучей ивой, растущей на склоне холма, твой пол. Да? Вот. Потому как пока до сих пор никто на свет Божий не появлялся с признаками плакучей ивы. Все появляются либо с признаками мальчика, либо с признаками девочки, либо с признаками мальчика, у которого есть какие-то дополнительные, так сказать, там, от девочки или наоборот, да? Такое очень редко, но бывает. Там гермафродит, то, что называется, там, и тому подобное. То есть есть что-то сбитое, как бы, или совмещенное в чем-то. Но такого, что вот было бы что-то совсем другое, никто не знает. Кроме того, природа, Бог, природа, неважно, так сказать, да, создали вот все, для того, чтобы продолжать род. То есть продолжение рода – это нормально. А когда так, опять же, природа или Бог шутит, что получается человек, у которого есть стремление к своему полу, то есть нет продолжения рода, да, то это абнормально. Это не значит, что их надо презирать или что-то еще. Так родился человек. Хорошо, что у него есть еще кто-то, кто родился тоже с этой абнормальностью. Ничего худого в этом нету. Это просто родился человек. Вот один родился, так сказать, у него там, я не знаю, лучше зрение, у другого слуха нету, как у меня, абсолютно нет музыкального слуха. А там у дочерей моих обе поют, да. Чего? Да я все время думаю, как от меня могли родиться такие поющие дочери, но на этот вопрос моя жена вообще не отвечает ничего. Так вот, значит, каким-то образом рождаются люди, вот, которые не в задачу природы работают, окей? Еще раз, хорошо, что у них есть кто-то, с кем они могут разделить там вот это свое, да, что-то. Но, к чему я это веду? Но не уговаривайте моих детей, что они должны экспериментировать сначала со своим полом, а потом с другим. Да? Тут они вдруг забывают, что у них
не два пола, а, так сказать, а 164, да, они четко говорят, значит, экспериментируйте вот с другим полом. Что такое другим? Значит, два их всего есть, оказывается, да. Но я не хочу, чтобы предлагали сначала экспериментировать, а потом выяснять, да. То есть это какой-то такой, с точки зрения здравого смысла, какой-то такой зазеркалье происходит, да? Что просто не представляешь себе, как это может быть. Вот поверить в это невозможно. Вот 100 лет тому назад написали бы кто-то там роман такой, ну мы бы там посмеялись, похохотали, так сказать, там Гулливерство или Лилипутов, пошли бы дальше. Но у нас-то действительность вот это зазеркалье, и вот это устрашает. Да, и вот в продолжение этой темы, если совсем недавно вот подобные отклонения, подобные вещи считались отклонением от нормы и неким психическим расстройством и так далее, то на сегодняшний день, если родители обратятся, скажем, к психологу с проблемой, вот мой ребенок, там, моя дочь вдруг решила, что она мальчик, и вы знаете, что ей скажет психолог? Психолог ей скажет, что проблема не у вашей дочери, проблема у вас, потому что вы не можете это принять. То есть перевернули все с ног на голову. А началось, по-моему, все это с тех пор, как я не могу себя отнести к числу религиозных людей. Но я точно знаю, что когда стали выдавливать какие-то основы религиозные из школ, из судов, из муниципалитетов, вот тем самым они положили, потому что там были 10 заповедей. Почему не жить по этим 10 заповедям? Нет, они мешали. Почему-то религия определяла какие-то границы поведения, то есть религия стояла у истоков цивилизации, и когда все это стали выдавливать отовсюду, такой агрессивный атеизм. И когда это все происходило, и вот результат, к чему мы пришли, потому что религия все-таки держала как-то людей в рамках. Я еще раз говорю, я не религиозный человек, я не говорю... Я абсолютно поддерживаю это, я тоже не религиозный человек, это не означает, что мне какой-то верит там во что-то, да, но это отдельный и долгий разговор. Но вот с точки зрения, так сказать, приверженности, там, вот делать вот так, вот, так сказать, да, это... Так сказать, мы не всегда, я уверен, что я, что называется, с теми людьми, которые либо в церкви, которые в синагогу ходят каждый день. Но, конечно, мораль, которая прививалась, по крайней мере, иудохристианской, так сказать, частью религии, да, она выдавливалась сначала при советской власти. Первое, что они начали делать, они попытались разрушить две вещи. Они попытались разрушить семьи и религию. Почему? Потому что то, что удерживало от абсолютной веры и служению идеалам той религии, которую они, так сказать, той идеологии, которую они даже не называли, но являлась религией. Им нужно было оторвать людей от корней. И оторвав людей от корней, их можно было, во-первых, наускивать друг на друга. А во-вторых, они перестали бояться там... Ну, когда человек, так сказать, знал, что что бы он ни сделал, все равно будет кому-то известно там, да? Вот от соседа он скрыл там, от жены скрыл там, вот от друзей скрыл там, от правосудия скрыл. Но все равно есть кто-то, кто знает это и знает мысли его тоже по этому поводу, да? То это мы останавливало очень многих людей от совершения. Но даже если ты вот так не веришь в Бога, да? А ты живешь по каким-то меркам, так сказать, не убей, не укради, там, не выжилай там, и тому подобное, и ты знаешь, что общество вокруг живет по этим же меркам, то, скорее всего, ты постараешься этого не делать, либо делать это так тихо, чтобы никто не узнал, и будешь очень нервничать, если это будет выскакивать наружу, это тоже сдерживает. А сейчас абсолютно наплевать. Идет то же самое. Разрушение семьи, разрушение религиозных моральных устоев, абсолютное переворачивание морали с головы на ногу. И еще разъединение властвуй. Черных на белых натравливают. Там сейчас желтые, так сказать, ну, раса имеется в виду, так сказать, азиаты, да, им все время рассказывают, что белые вас ненавидят, постоянно им рассказывают, женщин на мужчин, мужчины вам не дают, там, детей на стариков, у вас старики идиоты, они там,
воровали там у черных там что-то, а вы хорошие, вы не будете воровать. Создание у молодежи ощущения, что они умнее, чем их родители, чем их предыдущие поколения и тому подобное. То есть то, что происходит сейчас, это просто увеличение того, что происходило в Советском Союзе, начиная, скажем, с 1918 года. Планомерное разрушение мира, в котором мы живем, связи, в которых мы находимся, и построение абсолютно идеологической банды, которая руководит остальными всеми, постоянно наускивая ее, так сказать, одних на других, чтобы они постоянно дрались друг с другом и ненавидели друг друга. А мы тихонечко будем из вас соки сосать. Что касается азиатов, это еще одна группа, которую создают демократы, ну, такую этническую группу, то есть у них были афроамериканцы, были латинос, были ЛГБТ-Q и так далее, были женщины, а теперь трансгендеры, и вот еще одна группа, и после вот этого массового убийства, значит, выходят, приглашают каких-то представителей той или иной, или корейской, или китайской этнических группы, и они выступают и тоже рассказывают, как белые их ненавидят, и тем самым они создают прецедент, и они накаляют обстановку. А белый человек, который никогда не обращал внимания на азиата, никогда к нему не испытывал никаких чувств, для него он был обычным американцем, и вдруг он слышит, что бесконечно на этих каналах, на всех нетворках выступают какие-то представители той или иной азиатской группы и рассказывают этому белому человеку о том, как он их ненавидит, как он их гнетет, гнобит и вообще жить не дает. Тем самым они накличут на головы азиатов неприятности. И у них будет еще одна группа, еще один блок, который будет голосовать за демократов, потому что они будут выступать защитниками азиатов, выходцев из Азии. На самом деле они их подставляют. Они... Ну, это принцип, если помните Чаплина, когда, значит, в фильме «Огни большого города», да, когда он, значит, мальчишка бежал впереди него и разбивал окна, да. А через две минуты появлялся стекольщик Чаплин и кричал: «Починяю окна, вставляю стекла». Да. Давайте мы. Там это было смешно, а здесь у нас это ужасно. Это не смешно, да. Это не смешно. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Голос здравого смысла». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте попробуем принять звонки. Добрый день. Алло, здравствуйте. Леон, скажите, пожалуйста, вот вы некоторое время жили в Израиле и служили в армии, в обороне Израиля, учились там. Входит ли в круг ваших поисков, куда, где, возможно, причалит ваш Ной в ковчег, Израиль или Грузия, откуда родом ваша жена Гуля? Спасибо. Спасибо за, что называется, знание биографии. Вы знаете, Израиль достаточно дорогая страна, там жилье очень дорогое. Если бы я был на 15 лет помладше, то есть без всякого сомнения я бы поехал в Израиль, то есть двух мнений нету, да? Дело в том, что сейчас с тем, что я, наверное, больше занимался, скажем, там, пропагандой и журналистикой, чем занимался тем, что обеспечением своего будущего, мне надо думать еще и на эту тему. У меня, конечно, и родственники, там, и куча друзей, там, и язык я знаю, нет никакой проблемы, да. Вот. Но, тем не менее, там будет достаточно для меня сложно продолжать тот уровень жизни держать, который мы там более-менее привыкли. Грузия, да, возможно, и туда очень зовут, потому что там есть и близкие друзья, и родственники, и действительно очень близкие друзья, и круг общения там уже есть, который никакой проблемы, так сказать, нету. Да? Все-таки не хотелось бы очень далеко от детей, от внуков. Там. И, честно говоря, не очень хотелось бы из Америки уезжать. Привык все-таки к Америке, привык к тому, как люди здесь общаются, какие люди тут там. Дело даже не в языке, там, в Грузии, в конце концов, там, сказать, на русский, весь наш круг говорит прекрасно по-русски, там все понимают, и мы там часто бывали, так что
просто приглашают, говорят, да вот живи сколько угодно, вот у нас там лишние комнаты или крыло есть, там, так сказать, там, даже не думай вообще ни о чем, да. Может быть, воспользуемся, если что. Но я хочу еще одну вещь сказать. Господа, это не то, что я ищу сейчас, куда уехать. Я просто рассказывал о том, что если ситуация дойдет до точки кипения, которая она доходила в России, скажем, и в Германии, как я уже сказал, плюс еще там в 20, там, почти 35 странах, то тогда надо будет бежать, и вот тогда будем, что называется, без оглядки. И Грузия, конечно, это одно из мест. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день, Сергей, здравствуйте, Леон. Добрый день. Меня зовут Евгений. Я с вами совершенно согласен в аналогии современной демократической партии с большевиками-революционерами. И не согласитесь ли вы, что так же, как и прошлые деятели, эти товарищи совершенно несостоятельны в условиях действительно конкурентной политической борьбы, так как они являются некомпетентными и абсолютными социальными изгоями вот в сфере вот этих идиотских, маразматических и идеологических парадигм, которые они представляют. Спасибо большое. Спасибо за вопрос, хороший вопрос, но я его расширю. Дело в том, что вообще не важно, насколько компетентны или некомпетентны являются нынешние деятели. Дело в том, что демократия политическая, мы с вами сейчас в политической демократии, мы называемся республика, но, во-первых, там всякие заслоны, которые были придуманы отцами-основателями для того, чтобы, скажем, сделать вот эту вот политическую демократию более сложно конвертируемой во что-то другое, они уничтожены за 200 лет. И там приведу один пример, там, может, для вас это не будет особого значения иметь, но, например, Сенат никогда не предполагался, что там будут выборные должности. Все устройство Америки верхнее предполагало, что в Сенате будут сидеть по два представителя от каждого штата, от каждого суверенного государства, и голосовать совсем не исходя из интересов публики, а исходя из интересов государства. Вот дальше уже огромное количество вещей после этого идет. А сейчас еще демократы собираются последний, так сказать, рычаг возможности сопротивления большинству. Ведь все в этой республике было построено на то, чтобы большинству не дать возможность изменить жизнь настолько, чтобы большинству стало плохо. Так вот, значит, сейчас они пытаются филибастер уничтожить, который был просто является последней остановкой перед тем, что у нас становится абсолютно 100% однопартийное правительство. Теперь возвращаясь к вопросу этому. Дело в том, что любая демократия, политическая демократия, еще раз, существует еще там другая или другие демократии, называйте охлократии, там сейчас не важно, есть ценз, нету ценза, не имеет сейчас никакого значения. Любая демократия доказана и научно, и опытом, и попытками, чем угодно, всегда ведет к тирании. Она просто не может не привести к тирании. Я сейчас не хочу, кого заинтересует, я могу сделать отдельную передачу по этому поводу и слушайте. Значит, 100%, нет вариантов других. Она может колебаться, держаться, удерживаться, но в какой-то момент тенденция всегда, демократия всегда приводит к тирании. Поэтому то, что сейчас пришли, скажем, вот демократы, которые пытаются, так сказать, одну партию ввести, это нормальное развитие событий. Оно произошло на нашем, так сказать, к сожалению, при нас, и это ударило, это обидно, это, но с точки зрения научной, это нормальное развитие событий, чтобы какая-то группа людей попыталась использовать демократию, временно получив преимущество в количестве выборщиков, использовать демократию, чтобы полностью ее переделать и сделать ее тиранией. Ведь может быть тирания большинства, тирания диктатура пролетариата, может быть диктатура меньшинства, может диктатура царя, может диктатура религиозной группы, может диктатура быть группы, которая будет проповедовать какие-то определенные взгляды, там, что нельзя есть клубнику, а надо обязательно там пить молоко и давить туда мед, я не знаю, там, да? И вот они захватывают, когда власть, то они с помощью инструментов, которые у них появились, а именно, так сказать, некое количество, пусть они обманули всех, и у них, ну, неважно, по цифрам получается, что они получили большинство, у них есть возможность давить, и они давят. Так вот, значит, ничего из того, что демократы сейчас пытаются сделать, у них не получится. И это приведет, к сожалению,
к тому, что будут вводиться. Они же власть не захотят отдавать. Они же знают, что они захватили ее подлым путем. Да? И они, в отличие от тех людей, которые, ну, проиграли выборы, следующие выиграем, ну, чего, так сказать, обидно, но ничего не поделаешь, да? Они же как Путин в России, они знают, что, не дай бог, уйду из власти, и меня как клопа раздавят, потому что будет столько материалов выскочит наружу, значит, как, что они делали и тому подобное, если честно во всем разбираться, да? Так сказать, я сейчас не знаю, были ли... не знаю, думаю, что да, были ли подтасовки на самих выборах, но мы же знаем, что нам лгали в течение года, 3-4 лет постоянно, а последние 6 месяцев перед выборами просто не давали нам говорить ничего, что мы хотели сказать, закрывали всю информацию положительную, скажем, для республиканцев Трампа, скрывали все отрицательное о Байдене, о демократах и тому подобное, и так поворачивали эту информацию, и так подтасовывали даже поиск на интернете, чтобы люди больше и больше и больше проникались ненавистью к одной стороне и говорили, ну ладно, эти, может, не очень хорошие, но чех я так ненавижу, что... То есть они сделали нам революцию. Они просто так отдавать это не будут. Значит, что? Значит, они будут всеми силами, которые у них есть, пытаться задавить любое протестное движение, которое здесь происходит. Они обещают, 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 мы этому дадим, тому дадим, репарации этим, этим отдадим эти деньги, за границу пошлем, очень хочется еще распилить, да, за границу пошлем там $300 миллиардов, потому что Парижский аккорд, потому что к нам из Центральной Америки идут какие-то люди, надо их остановить, но остановить не на границе, а дать им так много денег, чтобы им хорошо жилось там, на самом деле все, что они хотят, же распилить эти бабки, так сказать, чтобы вывести их в государство, распилить, чтобы они... куда-то бра-бра-бра, и нету их, иди ищи там в Гондурасе, куда деньги потратили, да, нужно кого-то убьем, кто-то, так сказать, знает что-то об этом. Так вот, когда истощатся эти деньги, потому что, как сказала гениально Маргарет Тэтчер, социализм прекрасен, пока не кончаются деньги капиталистов. Вот когда кончаются деньги капиталистов, социализм перестает работать. Неоткуда брать. Китай сейчас дает, потому что им надо подчинить. Но потом скажут, ну, ребят, хватит уже, все. Значит, печатайте свои, если хотите, доллары. Только мы уходим от долларов, как от нестабильной валюты. А как только мы уйдем от долларов, как международное сообщество уйдет от доллара, мы перестанем за 37 центов изготавливать бумажку, на которой написано $100, и отдавать и получать $100 продукции. Вы понимаете, что происходит? Мы за 37 центов делаем что-то, на что нам дают продукции на $100. Да? Гениально. Ничего более гениального придумать невозможно. Да? Но это же всю жизнь продолжаться не может. Оно когда-то ухнет. И вот, когда оно будет ухать, то народ пойдет на улицы. Или народ будет возмущаться. И вот тут самое время. Значит, если бы честно выиграли выборы, честные люди и прочее, они бы ушли и дали место другим, которые попробовали вместо них. Эти честно работать не будут. Значит, они будут нас затыкать, гулаги, тюрьмы. Может, они не будут физические гулаги. Может быть, просто все деньги... Я пришел в FedEx вчера, пытаюсь заплатить. Мне говорят, мы не принимаем кэш. Я говорю, как-то вы наличные не принимаете? Нет, не принимаем, нам запрещено. То есть, бум. Я оказался со своими... То есть, если у меня нет карточки, я не могу отправить FedEx. Так вот, представьте себе на секунду, что у нас как в Китае, вот сейчас, да, когда там целые регионы есть, они экспериментируют, они запретили там хождение денег. Только по карточкам. А теперь, когда правительству в Китае не нравится, что сказал вот этот человек, у них компьютер это выясняет. Бум-бум-бум-бум-бум. Оп, он что-то сказал не то. Бум. И у него вырубаются все его электронные деньги. И теперь делай все, что хочешь. Машину не зарядишь, билет не купишь, еды не купишь. Можно ходить с рукой и просить у соседей что-то или семьи, а семью разваливают, 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 чтобы семья... Они скоро придумают детей отнимать у людей. Зачем вам дети нужны? Давайте их нам, мы их будем воспитывать, а вы живите себе прекрасной жизнью. Если вы думаете, что я шучу, господа, это в планах, просто чтобы вы понимали. Это там где-то там муссируется, это самое, что сказать такое сейчас нельзя, народ очумеет. А если это вовремя подать, да еще объяснить, да еще каких-нибудь детей убили или избили, или что-то случилось, вот на благородном, как оружие отнимать, да? На благородном вот негодовании мы пришли, мы провели закон. Всех людей, которые там хорошо говорят про Трампа, у них отнять детей. И посмотрим, что будет. Да. В Калифорнии точно это не будет. Никто не восстанет. Вот в Оклахоме, может, восстанет. Я извиняюсь, я долго так... Ничего. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Я вот то, что вы сейчас говорил, Леон, отобрать детей, так это уже в некоторых скандинавских странах это уже делается. Это не новость. Вот. И еще я хотела сказать, вот иногда еще все-таки слушают сейчас еще в школах, но это, наверное, зависит от конкретной школы и от конкретной, от конкретного преподавателя, потому что моя дочка еще с одной мамой. Моя дочка демократка, но, по крайней мере, почему-то, может быть, я уже что-то ей пробила, какую-то плешь, не знаю, или ей самой уже надоело. В общем, учительница сказала, что следующую вот четверть, следующую заключительную, будут читать такую-то книжку, там про расовые всякие дела, и обсуждать. И моя дочка вместе с еще одной мамой, то ли они написали, то ли они поговорили с этой учительницей и сказали, что они бы не хотели эту книжку. И учительница согласилась и сказала, ну хорошо, пусть ваш ребенок, значит, ваши двое детей вот этих будут изучать «Алису в стране чудес». Значит, вроде как согласились, но полно случаев, когда они абсолютно не обращают никакого внимания. Это сегодня вот Ермолинец написал прекрасную статью на эту тему и так далее. Еще я хотела сказать, Леон, вот помните, я вам писала про моего кузена, в этом в Канаде, который лекции делал. Так вот, он уже кое-что тоже понял, но он моего возраста, и он мне честно сказал, что он там защищал одну ассистентку профессора, которая что-то не то сказала студентам, и якобы студенты на нее накатали бочку. Потом оказалось, что это вранье. И это все не в его университете. Так вот, он мне сказал честно, когда я спросила, Норман, а вот эту женщину, ее все-таки, ее не сократили из-за этого. Вроде все обошлось. Вот. Но она ничего такого особенного не говорила. Но он говорит, нет, конечно, она там уже не работает. Она там журналистка стала и все. И вообще, он мне говорит, вообще, я скажу честно, что если бы я преподавал еще, не был бы на пенсии, то я даже всего того, что вот я сейчас говорю на этих лекциях для пенсионеров, я не мог бы говорить. Вот это он признал. Ну, да, мы, к сожалению, мы это уже проходили, то есть, к сожалению, не что проходили, а к сожалению, что мы вернулись обратно, то, что называется, дежавю. А как нельзя было говорить, анекдот рассказывали при Сталине, садились там на 5 лет, а потом еще, как говорили, еще 5 по рогам, без права проживания. Я не понимаю, как люди могут не видеть этого, но огромное количество людей, с которыми я общаюсь, там, скажем, любого возраста, на самом деле, нашего возраста, и там, возраста детей, там, 30, 40, там, 50. Я недавно общался с 50-летним сыном друзей, позвонил им по телефону, он подошел, так сказать, я там про здоровье туда-сюда, он говорит, а куда вы ездили? Я говорю, что вот ездили в Панаму, что такое? Ну, я понимаю, зная, что он, так сказать, левый там и тому подобное, попытался очень мягко сказать ему, знаешь, так сказать, начали сцензурировать, начали вот, да, он говорит, ну, о чем вы, Леон, говорите? Ну, что за глупости такие? Какая цензура в Америке? Я тут же, естественно, слез с этой темы, я про себя подумал, как можно жить, читать, думать вроде, да, он думающий человек, искусствовед, там, музыковед, и ничего не видеть, что происходит вокруг тебя. А потом он подумал, вот тот мир, который ты себе сам построил в голове, да, вокруг тебя, только его и видишь, ты не видишь действительности. Все остальное – это теория заговора. Я сегодня уже говорил, кстати, по поводу пресс-конференции, которая состоялась вчера, и прошла она в середине рабочей недели, среди рабочего дня, и не случайно, потому что публика американская будет получать информацию об этой пресс-конференции через призму проституток, которые работают вот в этих телевизионных нетворках. Они будут восхвалять, они будут воспевать, они упустят то, что Байден там терялся во время речи, то, что он пришел, мало того, что подготовленные вопросы и ответы подготовлены, он листал, у него толстая папка была, он листал ответ и порой забывал, о чем был вопрос, и начинал отвечать на совсем... Они об этом же не скажут. И эта публика, которая живет в своем пузыре, питается тем, чем ее кормят. Мало того, они...
они просто все остальное не воспринимают. Приводишь ты им факты, доказательства, видео, я не знаю, аудио, но это все теория заговора. Как один мой знакомый юрист у нас здесь есть, я говорю: послушай, Клинтон столько наворочила уже, так сказать, во время слушаний, там и Коми про нее сказал, да, действительно было то-то. Он говорит: не-не-не, это все теория заговора, потому что суда не было, потому что ей не объявили приговор, значит, все это теория заговора. Вот да, конечно, а кроме того, не морочь мне голову своими фактами. Да. Леон, еще раз с праздником наступающим. Да. Спасибо всех тоже. Это большой, большой праздник на самом деле. Скажите, Леон, а не все ведь евреи вышли из Египта? Нет, что поразительно. Я считал, что как бы, ну, не считал ничего, думал, ну, все, весь народ, да. А оказалось, что 20%, 1/5. Так вот, к сожалению, и у нас в Америке не все евреи вышли из рабства. Примерно 60 с лишним, примерно 70% по-прежнему остаются рабами Демократической партии. Если это 70%, то значит 30% не рабы, что огромный прогресс с 20%, которые были в Египте. 10%, вот посмотрите, все-таки есть некий прогресс. Заработали, 10% заработали, если вы правы, если 70%. Мы заработали 10%, ребята, это огромное, огромное увеличение. Спасибо еще раз и до встречи в следующий раз. До свидания.